Меня зовут Мэтт, я менеджер европейского отделения PRS Guitars. Некоторые из новых инструментов 2014 года, например, вот эта новая S2 Custom 24. S2 по-прежнему делаются в Америке, но при этом гораздо более гуманны по цене. Еще один инструмент — это S2 Single Cut. По-прежнему делается в Америке, но дешевле, чем PRS стандарт. В 2014-м многие модели получили новые спецификации. Например, вот это вот SE245, модель 2014 года, теперь оборудована окантовкой грифа. Также все модели этого года оснащены изящной палисандровой накладкой на голову грифа. Великолепные инструменты. Это SE Custom 24 Floyd Rose. Такая же, как SE Custom 24, с накладкой из огненного клена, но теперь с Floyd Rose и запирающим порожком. Очень популярная гитара. Это обновленный в этом году PRS 513 в новом цвете, Faded Well Blue. Так же, как и другие инструменты, этот инструмент получил окантовку грифа и новый дизайн головки грифа. Нам действительно приятно знать, что музыканты Украины любят наши инструменты.